27 сентября во всем мире отмечается День туризма. Вот и Истис не остался в стороне и в канун данного праздника организовал выставку. Она создана силами кафедры туризма социально-культурного сервиса ЙОРГУ. Здесь представлены основные достижения кафедры за последнее время, так как она является классической школой туризма в нашем федеральном округе. Здесь представлены основные работы студентов за весь период. То есть это дипломные работы, научные исследования как по региону, так и по России, так и по ближнему и дальнему зарубежью. Одним из ярких мероприятий выставки стала конференция, где студенты рассказали о своих зарубежных стажировках. Они делились опытом, полученным в таких странах, как Испания, Италия, Чехия, рассказывали о работе как в отелях, так и на круизных лайнерах. Одна практика совсем не была похожа на другую. Кто-то поучаствовал даже в масштабных мероприятиях. Я участвовала на Кубке Конфедерации ФИФА в городе Сочи. Я была в качестве волонтера. Я принимала участие как волонтер аккредитации и работа со зрителями, то есть работа на самом стадионе. Это было с 22 мая по конец июня. В отличие от Полины, Никита Басенник проходил стажировку на одном из Канарских островов и теперь готов поделиться своими размышлениями о том, какие плюсы дает такая практика и что полезного из нее можно усвоить. Во-первых, это знание языка, потому как до стажировки и после стажировки, конечно, мой язык заметно улучшился в разговорном плане. Также знакомства новые с детьми, с ребятами с Европы, которые впоследствии, возможно, перейдут в что-то больше, в какие-то связи партнерские. И также это неплохой опыт работы именно европейского сервиса, потому как наш сервис немножко отстает от европейского, и нужно подчерпывать вот эту всю информацию об их сервисе и также после переносить это в наши реалии, в реалии нашей страны, чтобы улучшить качество сервиса. По словам доцента кафедры туризма Татьяны Бай, студенты показали высокий уровень профессиональной подготовки. А также она отметила, что тот, кто занимается туризмом с первого курса, остается в этой профессии на всю жизнь.